Это кто это такой? Какой-то Супермен просто! Ага! Всем привет, дорогие друзья! С вами Виктор, и это та игра, которую я не снимал уже дофига. Но в голосовании победила именно она. Сейчас у нас на стриме было голосование небольшое. Не такие все говорят, давай, мы хотим. Я, конечно, хотел бы вам сейчас показать цветка, но не сделаю этого, потому что я покажу вам его. Это жираф-попрошайка. Он всегда выпрашивает лайк. Так что, когда вы видите его, даже мельком, нужно срочно ставить лайк. Он так же эпично летает, как цветок, кстати. Итак, у нас с вами есть новенький домик. Мы вскрыли, да? Даже два. А, мы там даже поиграть успели. Круто. Спасибо. Давайте мы пойдем. Помните, вот в нашем замке открылись вот эти вот миссии? Очень сложные. Получим кучу денег, проапгрейдимся и будем в шоколаде. Так. Вспомнить бы, чем я занимаюсь в этой игре вообще. Скрим-генератор. Так, что он дает? Шанс тушок атакерс. Шокирует атакеров. Скрим продукшн рейт. О, вот это то, что самое нужное вообще. Пули апгрейдед. Тебя. Slowdown duration. Отлично. Все, вкачал, что хотел. Давай я пока мануал трапу поставлю. Поехали. Так, куда ты шибы? Нельзя ставить в ловушки, говорит, снаружи замка. Я заметил. Такой маленький замочек. Что это здесь за кастрюли-то? Слушай, я здесь ничего толком поставить-то не могу. Мочи всех! Прям на входе мочи! Я понял, есть смысл в том, что их надо замочить всех на входе. Иначе это будет фиаско, братан. Да, я в курсе. Черт, как их много идет. Надо побольше. Миньонов больше. Я, кстати, прокачал их, они должны очень сильно плодиться. О, огненный родился. Отлично, огненный, это хорошо. Так, кулер поставим. Моя задача их валить. Блин, какая комар, ты прикинь, летает комар у меня тут по комнате. Офигел, что ли, обожратушки. Боже мой, как много тут всяких говнарей-то идет. Какой-то валун нужен просто на них кидать. Там громковато, да? Сейчас сделаем потише. Они меня пытаются убить. Боже мой, Витя, спасайся, кто может. Ух, прикинь, терплю пока что. Хорошо, что пару скрим-генераторов поставил. Но они, видимо, так и будут сейчас меня пытаться задавить массой. И генератор не ставится. Ух. О, смотри. А, нет. Лестницы, они сверху, как, погоди, они сейчас сверху полезут, смотрите, две лестницы. Вообще зашквар, боже мой, что сейчас будет наверху. Видите, там где уголок, там всегда потом приходят враги. Я подготовлюсь. Внизу проиграли. Хорошо, что у меня время перезарядки вот этих чуваков уменьшено очень сильно. Рыцарь идет! Елки-палки, это вообще ад! А эти идут! Мама! Офигеть, сейчас кто-то будет красть мою принцессу, я более чем уверен. Пулеметчики лезут! Жесть! Ой! Денег нет, но вы держитесь. Так, этого вальнули как-то. Слушай, тут справился там. Тяжело, но справился.
О! Пипец! Они опять идут оптом! Хорош бить мой скрим-генератор. Я не справляюсь. Я не справляюсь, сейчас рисит... Ай-яй-яй-яй-яй, что происходит? Какая жесть. Мочи их там всех. Ай-яй-яй-яй-яй, украли принцессу. Стоять, не трогай, это мое. Не капчу? Не, мне это не надо. Так. О, мы одного увольнули, этого чувака. Здорово. To Doom Complete. Slay 5 Sexy Knights. Есть, прошел! Фух. Слушай, сложно было. Ну, конечно, антист я не взял, поэтому мне эвил бонус не дали. Слушай, я буквально чуть-чуть, вы видели, там пулеметчика чуть-чуть не добил. Так бы я прошел бы вообще с ансиздом. К сожалению. Ладно, поигрались чуть-чуть. Пошли дальше проходить. 6-й уровень в ледяном замке. Денег нет. Так что берем все то же самое и отправляемся в путь. Поперли. Тентакли пишут имба. Они дамаг наносят и щиты снимают. Сейчас посмотрим. Так, опять небесное сражение у нас какое-то с вами. Круть. Кто-то вошел, смотри, сюда еще приедут и сюда потом приедут. Сразу ставлю скрим-генераторов побольше. Учники пошли. Надо его на шипы посадить, смотри. Сразу оттуда идут. Я, наверное, здесь буду их принимать. Вот как-то пока так. Блин, оттуда лезет уже. Ну, пока вроде миньончики справляются. Сейчас мы скрим-генераторов понаставим. У нас тут приток пойдется хороший. Сюда шипиков добавим. Донатик от Ника. Спасибо, Ник. Вот этот нормально здесь сидит такой, ловит их, смотри, всех за хвост. На! Еще и поджигает. Молодец. У-у-у, сколько я денег нарубил уже, а? Так, здесь шипы не поставить. А как тогда нам сделать лучше? Опа, на следующий этаж вызываем. И там лестница сейчас еще будет. А как так? Он сразу придет и будет принцессу переть, что ли? Это нечестно! Видимо, сюда нужно тогда поставить того, вот этого парня, который будет сразу же отвлекать. И, видимо, ни одного. Так, пулеметчики идут. Мочи! Так. Ух ты! Блин, как тут дропается все классно. А за принцессой можно поставить охладитель? Нет, нельзя. Больше, 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 больше сюда, больше юнитов. А, ты смотри. Все, принцесса уехала, и только сейчас они, видимо, полезут за ней. Ну и хорошо, я зато подготовился тут. Особо не надо тогда заморачиваться будет. Ты смотри, сколько всего, а? Но все равно нужно здесь поставить чувачков. Сейчас они попрут со всех щелей, я их знаю. Вот так вот. На всякий пожарный. Стоп, наверху идут. Идут уже, идут.
Так, добавляем здесь всякой нечисти. Заморозивательные остановки. Так, здесь тоже надо замораживательную установку поставить, чтобы они выходили и все замерзали тоже. Ну как вы их так прогуляли-то всех? В атаку! Больше шипов, больше всего. Блин, тут Selfie Knight идет опять. Selfie Knight, он крутой. Но я думаю, пока он долезет до верху, мы с вами справимся. Кстати, там ачивка была, да, добить себе 1000 скримов сделать. Сейчас мы себе 1000 скримов наклепаем. Ачивку получим. За ачивку дают вот эти вот... О, все. Тудум комплит. Комара. Разлетался паразит. Давай шипы под него поставим. Ну, чтобы весело было. Блин, ты посмотри, сколько у меня скримов. О-о-о-о. Все, вальнули его. Фух. Отлично, с короной, между прочим. Что еще делать, когда ведь играют в странные игры? Обсуждать аниме в чате. Да тут странные игры. Я еще странную музыку слушаю, бывает. Это не странная игра, между прочим. Эта игра, она развивает в человеке мышление. Тактическое, стратегическое. Поэтому говорить, что эта игра странная, ну не знаю. Да что ты залетал тут? На тебе! Попал? Нет. Тентакли неплохие. Давай тентакли возьмем, попробуем. Вот это вот выкинем. Вот это возьмем. Они, по крайней мере, щиты вынимают из врагов. Но ее на потолок надо вешать, я правильно понимаю? А у меня как раз потолки свободные. Нифига себе, этажерку построили. Ну, как обычно, начинаем с того, что строим побольше скрим-генераторов. Смотри, солидная компания идет. Don't block the ladders. Чуть места маловато здесь. Так, где бы их встречать? Вот здесь. Вот здесь я их буду встречать. О-о-о-о, ты посмотри, полезли, полезли, оптом. Сейчас я сначала проверенные вещи поставлю. А потом тентакли еще к потолку прилеплю. Мамочки, сколько их там? О, хорош, реально тентакли, смотри. Стоять. Стоять, я сказал, куда пошел. Пушник, что ли, живой? Новое достижение. Broke Bad. Круто. Так, переезжаем чуть выше. Тентакли это хорошо, потому что, смотрите, они заполняют... полностью этаж. Раньше у меня потолки свободные были, а тут я могу еще из потолка лизать все, что подряд. Все, что попадется под руку. Это круто. Плюс они щиты отнимают. В самый раз, смотри, они все с щитами идут. Это наша тема. Так. Слушай, месиво такое устроил там. Я их всех... Ой, ты, кто это такой? Какой-то супермен просто! А у него шипы что ли не будут срабатывать? Я не понял. Может, тентакли для него специально? Он лазерами стреляет! Новое достижение опять? Man of Steel. Я что, увольнул что ли? Видимо, он слабенький. Видимо, он, ребят, слабенький. Ох, эта башня гигантская. Ты посмотри, сколько у меня денег. Да я думаю, мы уже справились с вами тут. О чем тут говорить-то? Уж комар все еще летает, ну ты прикинь.
Живучая тварь какая. Давай вот это продадим. Сюда можно будет еще вот так сделать. А, вот в чем прикол. Смотрите, он проходит мимо лестниц, он же летающий. То есть, видимо, только в этом его преимущество. А че он тогда по лестнице-то полез? Если ему нужно тогда вот здесь вот лететь, он бы все облетел и украл бы у меня принцессу. Странный он. Лазерами светит. Война вообще, смотри, какая сумасшедшая идет. Но я все равно победил. Прикиньте, на одном этаже всех сумел победить. Ну тут лазерный чувак крутой, кстати, все-таки. Смотри, как он светит своим глазом. Отлично, победа. Халява, на самом деле. Пока что это вам не хардовый уровень. Выпуск про комара пишут мне. Ну, он летает. Откуда он здесь взялся-то, блин? Погода какая. 450 денег, кстати, я заработал. Тентакли мне понравились, скажу честно. Тентакли мне понравились. Что? Прокачать тентакли? Whips heroes from the ceiling and even snatch those annoying shots. Increase attack speed. Смотрите, мы можем прокачать... А, смотрите, не прокачиваюсь, тут дорога. 150 стоит. Critical hit chance. Шанс критического удара. Во, вот что мне нужно. Уменьшить их стоимость. Они сейчас 125 стоят, а будут наверняка соточку стоить. Это будет очень даже выгодно. Но это уже в следующей карте, да. Ну, либо нужно было рекламу смотреть. Я не хочу этого делать. Так, смотрим, что у нас тут за замок. Какой-то гигантский, куча там, смотрите, прыжки какие-то. Оу. Своеобразный лейаут, как говорится. Так, то есть ловить их всех... О, отсюда потом попрут. Ну, там потом и сделаем. То есть ловить их всех надо внизу. Прям как они приходят, так же сразу и ловить. Денег нету. А народ держать надо. О, огненный засамонился, это круто. Смотрите, отсюда они не подойдут ниоткуда, то есть они только вот так могут лазить. Соответственно, если я здесь огромную-огромную какую-то кучу народу поставлю, заблокирую всех. Ой, елки-палки, уже переход на следующий уровень. Рановато. О, сейчас они могут, кстати, сюда прийти. Давай-ка мы устроим здесь маленькую комиссию. Точняк, уже лезут, смотри. Уже лезут. Вот черти, а. А здесь еще и дверь стоит так неудачно, а? Мочи их! Ты куда стреляешь, эй, лучник? Офигел, что ли, мой скрим-генератор валить? Надо еще один поставить. Так, этот пока дойдет, ладно, фиг с ним. Пусть идет. Так, надо здесь вот кулер поставить. Тентакль здесь не войдет. Тентакль надо вот здесь ставить. И пока этот не дойдет, не продолжится ничего или что? Что такая тишина-то? Он сейчас долго будет ко мне туда идти. Ну и пусть идет, в принципе. Я зато подготовлюсь к следующему натиску. Крик уже не влезает просто. Так, здесь нет смысла их ставить, чуваков. Ну, молодец, силен оказался, мужик. Ну, сейчас мы тебя оптом там завалим. Как так получилось-то? Ёлки-палки, господи, боже мой, нас сейчас их перебьет тут. Да куда ты стреляешь? Обращение.
Еле сожрал, а? Фух, еще выше. Вот сейчас пойдет, ребята, война. Так, тентакля. О, смотри, тут прием-то, а, какой классный. Радужный прием мы им оказываем. Давай-давай, хватай всех, чтобы они не пролезли наверх. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Офигеть, там эти крутые идут еще. Встречай всех, вали-вали-вали их там. Что, я победил? А, внизу кто-то еще сражается. Ну ладно, здесь тоже ребята молодцы. Погнался, погнался за ним. Этого тоже будем ловить. Ой, сейчас пока не дойдут, а? Хотя написано, что еще одна волна осталась. Значит, будет продолжение. Давайте мы... Не знаю, вот здесь поставим одного. Одного вот здесь. Что, не успевает реагировать даже на них. Тогда надо здесь ставить реально. Здесь же надо поставить шипы, заморозочку. Они не успевают ничего сделать. А, смотри, смотри, как тентакля щит сняла с него. Молодец, тентакля. Умница. В этом и минус вот этих вот маленьких островков. Твои монстры могут просто не среагировать. Не успеть среагировать, и все. Ох, сколько я все понаставил, а. Опа-на. Тентаклю можно и так поставить. А что, она в полете будет всех бить? Или она будет на нижний этаж? Что, давай посмотрим реально. Может, она бьет на несколько этажей вниз? Вот это уже интересно, кстати. Если это так, то это вообще круто. Здесь крутые рыцари идут. Нет, на несколько этажей вниз она не бьет. Что это такое? Убивают! Мочат! Спасите, помогите! Хулиган зрения лишают! Жалко, что тентакли не бьют вниз на несколько этажей. Это нужно каплю ставить, да? Капельку, если ставить, тогда она будет бить. Так, как там, ребят, дела? Идут потихонечку. Идут, идут. Но ничего, я думаю, мы сейчас с ними справимся. Сейчас пока они доковыляют. Смотри, вот тут реально даже ударить не успел. Так, здесь все вооружены. Здесь все вооружены. Здесь тентаклю. Так. Война. Опа-на, как он быстро окочурил моего одного, а. Блин, запрыгнул уже. Незадача-то какая, а. Уж, может быть, придется сейчас где-то здесь строить. Давай здесь на всякий пожарный. А, нет, все уже. Быстро. Быстро мы его уработали. Пытаюсь посмотреть, что происходит в чате. Ничего. Я прям ачивки клепаю. Сейчас уровни наберу. Так, 750 стоит следующая кнопочка. А мне 745. Как так получилось? Погоди, погоди, куда тентаклю выкинул? А ну вернее. А, прикинь, оно 115 стало стоить. Я думал, 100 будет стоить. Но можно крит увеличить ей. Но опять-таки денег не хватает. Жалко-то как.
9 уровень. Очень маленькие этажи. Но много. Так, предлагаю встречать их прямо здесь. Да, узковато здесь, скажем честно. Даже генераторы негде поставить. Очень вся проблема. Ну ничего, я думаю, мы там потом еще подрастем наверх. Так, щипи. Тентакли нужно щит отнять. Опа! Слезала с него щит. Это... Смотри, засасывает, засасывает. Мур! Такие мяукающие все. Ну, кого-то бьет там еще, пытается, по крайней мере. Во! Следующий уровень. Вот сейчас мы там понастроим с вами. Ёлы-палы. Ты посмотри. Там еще ребята появятся потом со временем. Так. Идут. Все. Сразу так пык. Вооружил этаж полностью, называется. Скрим-генератор сейчас побольше поставим наверху. Потому что пока принцесса на этом этаже, они туда не поставят лестницу. А вот когда она уедет еще выше, они там поставят лестницу. Ну, тогда скрим-генератор уже окупится. Надеюсь, к тому моменту. Снимай их оттуда. Нормально рубит, смотри, щит зализывает. У меня опять такой блок получился. Бомбезный. Сейчас, говорит, от скуки умру. Слушай, ты просто не понимаешь всего смака в стратегиях. Стратегии, они крутые. Стратегии, они важны. Та-т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 а. Довольно часто лежат, кстати. И... Опа-на! И идет уже сразу. И сразу идут уже. Так. Тентакли. Тентакли встречают у нас. Я думаю, здесь-то ребята справятся внизу. Сколько они там уже сражаются. А вот здесь с лучниками надо поговорить. Поэтому мы здесь и кулер поставим. И вот такую штуку. Чтоб со всех сторон, как говорится, трипл пенетрейшн был. Боже мой, тут рыцари идут. Рыцари! Во-во-во-во-во, вот рыцари я не ждал. Надо размножаться срочно, 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 срочно. Везде размножаемся. Так, больше надо делать нас. Нас нужно больше. Так, ребята нападают. Так, кулеры всякие, тентакли. Все, расставляем, расставляем, расставляем. Шипы. Это продать. А, кулер, шипы. Тентакли. Боже мой, как он прет вообще на пролом. Е-е-е, вальнул. Воу. Фух. Ну, если я все до этого разобрал, то это тоже все разберу. Тут уже вообще без проблем, я думаю. Вот так вот. Полностью прокачанный этаж, ребят. Хотя вот здесь вот нет еще прокачки. Вот теперь точно полностью прокачанный этаж. Вот там будем сейчас всех встречать. Щиты вообще слизываем. Только в путь. Смотри, щиты. Классная штука все-таки. Щиты это довольно-таки тяжелая пробиваемая фигня. А мы реально их... Просто раз и нет. Что там происходит? Я вообще не понимаю. Я пытаюсь туда накидать. Там, кстати, есть этот миньон-бомба, да? Может, бомбезного миньона надо взять. Сюда закидывать на них, на всех. Наверное, хорошая штука.
Такое сражение. В миньонах еще все что хорошо, они замедляют продвижение врага. Оу! Все, наверх ушли. Так, теперь, надеюсь, нам здесь всего хватит. Если нет, нужно вот верхний уровень еще смотреть снабдить. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, они проходят. О, боже мой. Один готов. Ядерную ракету принес, прикинь, с собой. Молодец, все, оба готовы. Победа. Ух, пока острота работает. Но чувствуется, что тяжело. Тяжело чувствуется. Скоро может уже перестать работать. Тактика моя. Нужно что-то более взрослое уже. Нужно что-то более взрослое. Может, реально тролль с гарпунами? Тролль с гарпунами. Ну, гарпун, понимаете, у него минус в том, что он занимает и пол, и стенку сразу. То есть, ничего не поставишь больше. Может, миньона нового взять? Что бы взять, ребят? И все весело. Но мы не можем сразу и слот, и тролля взять, поэтому я сейчас возьму слот. Он, наверное, будет пустовать у нас. Мне туда нечего поставить пока что. И, ну, можно вот эту ловушку воткнуть. Надеюсь, сейчас нам 500 монет выдадут, чтобы мы могли тролли купить себе на следующий уровень. Солидно, тут смотри, вырастет. Чуть-чуть не то. А, у меня все сбилось. Ладно. Быстрые кнопки перестали работать. То, что появился новый слот. Ладно, разберемся. Так, отсюда кто-то пойдет. Значит, защиту организуем здесь. Как они так интересно полезут? И отсюда полезут. А, они сюда полезут. Все, я понял. Отсюда сюда. Тогда вот здесь вот, да, какую-то основную защиту ставим. Блин, сколько их пришло одновременно. Офигеть. На! Вот это вообще я эпично дал, а! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Куда ты летишь? Вот видите преимущество какое у него. Летает паразит. А, говорит. О! Эй! Да. Хватит лететь вперед. Фух, еле завалил. Опасный тип, кстати, опасный. Он довольно-таки жесткий. Довольно-таки плотненький. Ага. Так, смотрите, отсюда будут идти. То есть можно прямо здесь даже строить уже. Если отсюда здесь пойдут, они сразу туда. Так, отсюда прям туда, значит. В принципе, да, тут вариантов у нас немного. Пентакль вот сюда. Это сюда, это сюда. Упс, не то нажал. Ладно, сработало. Ёлки-палки, пулеметчики поперли уже. Примерзли там. Так. Так-так-так-так-так, сейчас. Кулер. О, все, значит, я там вверх уже прокачал, получается. Ну, сейчас мы этих ребят остановим, конечно же. Следующая волна. Но я там уже подготовился. О, поставил, блин. Божественно сплодил.
Вот они сразу оттуда и поперли. Так, охладитель, тентаклю. Ребята стоят. Все есть. Я, наверное, даже эту штуку поставлю. Фух! Супермен идет. Так, Супермен прям полетит, я помню. Может, кстати, успеет перезарядиться, и мы его чпокнем этой штукой. Пусть тентаклю повесить надо. Ну давай. Ах! Задел, нет, не знаю даже. Бабла принесли с собой. Молодцы. Умницы. Так, здесь главное не пропустить. Сражаться, еще раз сражаться. Звездные войны пошли. И, кстати, последний уже уровень. Сейчас этого валим, и мы победили. Но мы его завалим, он уже ничего не сделает. Он сейчас пока этими зигзагами пройдет. Кстати, шипы, кстати, прокуют, смотрите. Хоть он и по земле не идет, все равно шипы срабатывают на него. Давай, 550. 600 монет. Классно. Тролль, 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 тролль. Тролл Дефенс. Ну, давай сразу Дефенс ему прокачаем. Пропеллер отдел, смотри. Тролл Ребилд Тайм. Дефенс Very High. Ну вот. Смотри-ка. Давай. Сейчас мы его опробуем сразу. Длинная серия получается, но ничего, зато забавная. Так. Что-то не с двух сторон, что ли, будет идти? Нездоровая какая-то канитель. Они заходят сюда, выходят там. Такие раз и... О, так коротко! Не-не-не-не-не, я не согласен. Может, как раз здесь тролль нужен? Жарко-жарко-жарко-жарко-жарко! Остужаем! Фух. О, следующий этаж сразу. Тогда понятно. Тогда можно вот здесь прям защиту организовывать и не париться. Там все, как говорится, конем. А здесь мы будем защищены. А погоди, там, если летчики пойдут. Они же, наверное, прям напрямую прилетят, да? Или нет? Или они настолько не будут нагло вообще это делать? Хороший вопрос, кстати, как они прилетят. Погнали. Погнали наших городских Потапско-Минских. Ну, пока летчиков нету. Пока летчиков нет, мы нормально справляемся. Так, а вот здесь тролля поставлю. Бум! Такой сиди, смотри. Радуется. Ну, по идее, до тролля они вообще не должны доходить. Ну во, видишь, работает. Я про мясорубку там устроил. Так, теперь принцесса еще дальше уехала. У нас еще больше шансов всех замесорубить. А на самом деле, действительно, как бы, вот так... А, кстати, а на тролле можно тентаклю сделать? О, на тролле еще тентаклю можно повесить. Вообще круто. В общем, пусть они идут. Мы их тут будем принимать. А даже над дверью можно тентакли вешать. Ёлки-палки, тентакливый замок получился. Вот это прикольно, кстати. То есть, получается, потолок в принципе можно весь увешивать тентаклями и не париться особо.
там ты зачем? Так. Интересно, подпустим мы его или нет все-таки? Мне кажется, он даже не подойдет. Троллю. Давайте подпустим специально. Вот я даже не буду... Хотя, боюсь, что сейчас там... Да, я на слишком мощную оборону построил, они вообще даже до первого тролля дойти не могут. Но я все равно сейчас попробую. Я сейчас попробую, чтобы они дошли до него. Надеюсь, я потом смогу их здесь удержать. Опа! Эй! Так, тролль стоит, на шипах они тут плясать будут. Слушай, они дойти не могут, прикинь. Они просто не могут дойти. Они пока идут к троллю, они уже все падают. Супермен летит, кстати. Вот это опасно. Этот может как-нибудь неожиданно долететь. Во, смотри, реально ковыряет тролля. А что он так быстро его сковырял-то? Мне обещали, что он просто бессмертный какой-то. Ну нафиг. Наверное, его прокачать надо еще. Жесть, там лазерами стреляют. Он по троллю, что ли, бьет? Не, ну в принципе, как отвлечение чужого внимания, он тоже хорошо работает. Поэтому я согласен, хорошее приобретение. Периодически будем ставить. Плюс 700. Плюс 700 за один уровень. Ну что, я как обычно засиделся. Заигрался, ребят. Мы с вами чаптер 3 даже открыли. Endless Night. Нет, еще не открыли. Вот здесь вот мы с вами сражаемся. У нас тут осталось 12 уровень, а потом хардкорные уровни, которые у нас будут закрыты еще. Но мы их откроем. Если вы захотите, конечно же. А чтобы захотеть, нужно всего лишь поставить лайк под видео, чтобы я знал, что надо продолжать. Ну а если нет, то и на нет, и сюда нет. Всем спасибо за внимание. Напоминаю, что с вами были ОЦ, Витек и, конечно же, море позитивных тентаклей, гоблинов, миньонов, шипов и прочего другого. Пока.